Деловые женщины Юга в кулуарах обсуждают успехи и деловые достижения за прошедший год. Секретом успеха бизнес-леди готовы делиться со всеми женщинами, желающими открыть собственное дело. По их мнению, для организации своего бизнеса нужно не так уж много. Главное – решимость и настойчивость. А в остальном помогут выгодные кредиты на развитие бизнеса. Три года назад я выкупила два обувных бутика и решила развивать свой бизнес, но у меня не хватало средств на закуп товара. Мои подруги, успешные предпринимательницы, посоветовали обратиться за кредитом в КМФ. Меня при этом поразила простота и скорость оформления кредита, и еще с меня не потребовали залога. Взяв вначале небольшую сумму, я вовремя ее вернула. Затем, используя кредитную линию, открытую для меня, смогла расширить ассортимент, и теперь мой бизнес стал довольно прибыльным. Микрофинансовая организация предоставляет финансовые услуги на рынке Казахстана с 1997 года и уже является одним из лидеров на рынке микрофинансирования Центральной Азии, стран Кавказа, СНГ и Восточной Европы. В Казахстане открыты 17 филиалов в крупных городах и 75 отделений в сельской местности. Один из приоритетов организации – работа с фермерами и предпринимателями в сельских районах. Огромное внимание уделяется и развитию кредитования женского бизнеса. Так, из 133 тысяч клиентов 70% – это представительницы прекрасной половины человечества. В этом году, учитывая, что президент страны объявил 2015 год годом Ассамблеи народа Казахстана, ей 1 марта исполнилось 20 лет, и мы свою конференцию тоже проводим под эгидой этого события и назвали конференцию «Бизнес выбирает толерантность». Среди наших клиентов представители 58 национальностей различных. Мы живем в такой стране, для которой каждый человек представляет ценность, невзирая на его вероисповедание, цвет глаз, национальность. Участники конференции уверены, что бизнес не только занятие для мужчин. По словам заместителя акима области Ербола Садыра, в Южном Казахстане уже более 40% бизнес-проектов реализуется благодаря женщинам. Сегодняшняя конференция – яркое и наглядное тому подтверждение.